Давайте прямо отсюда и начнем, потому что это наша редакция. Как раз здесь она начинается. Мы заходим в павильон вот отсюда из гримерной и попадаем в редакцию. Это у нас, значит, отдел моды, Кривошейн, Галина здесь сидят. Здесь иногда у нас Наташа. В общем-то, ну так, это место посещают все. Это кабинет Зимовского. Кабинет Зимовского. Вот такой у нас кабинет. Здесь, правда, темно, пока ничего не видно. Ну, в общем, все знают, что это кабинет Зимовского. Потом из плавно кабинета Зимовского мы попадаем в кабинет Марго. Вот, кабинет Марго, он уже светлее, он вообще позитивнее намного, просторнее. Вот. Есть такой творческий беспорядочек у меня небольшой. Свежий выпуск журнала МЖ. Вот. Дальше мы попадаем из кабинета Марго в кабинет Бориса Наумыча. Вот он, кабинет Бориса Наумыча. Здесь, собственно говоря, он и обитает в основном. Вот. Ну, тоже все, в принципе, знают. Зал заседаний. Прямо буквально за углом. Здесь у нас летучки, планерки и так далее. В общем, происходят всякие разные совещания. Вот у нас зал заседаний. Там у нас как будто бы выход, но мы можем попасть в бар Дедлайн вот таким вот способом. Прямо на сцену. Валя. Вот. Кажется, что он очень большой, на самом деле не такой уж он большой. Вот. А что там у нас? Там у нас была квартира Калугина, но сейчас там перестраивается и будет что-то, что еще пока не решили. Туалеты. Вот. Но мы туда не пойдем, потому что там еще, в принципе, ничего не достроено, и мы не знаем, что там. Мы пойдем обратно в редакцию. Вот здесь наши туалеты, М и Ж. Можем пройти через кухню. Вот лифт, кстати, наш. Вот. Ку-ку. Вот. Из кухни мы попадаем снова в редакцию. И самое интересное. Пойдемте. Через кабинет бывшей Калугина, нынешний кабинет Наташи, мы попадаем на площадку, где меня уже очень ждут. Прямо в квартиру Гоши. Вау! Вот таким волшебным способом. Ну что, спальня наша. Спальня. Спальня, мой любимый туалет с ванной. Мы здесь очень редко снимаем, но здесь очень красиво, мне нравится здесь. По-моему, замечательно. Так вот прям, чтобы все захватить. Вот. И что, собственно, тут меня уже ждут, а вас нет. Поэтому пока.